Точно так же, как в инвестиционной компании не может быть гарантировано дохода, точно так же и в любой сетевой компании не может быть гарантировано заработка, потому что нельзя гарантировать за человека, будет он работать или нет. Настраивал себе лыжное оборудование и подбирал ботинки для горных лыж. И тот человек, мастер, который мне подбирал эти ботинки, он сказал: за свои ботинки я тебе гарантию даю, а вот за катание, как ты будешь кататься, я тебе не гарантирую. То же самое в MLM. За продукты тебе могу дать гарантию, а вот за то, как ты будешь это продавать и как ты будешь делать бизнес, гарантии тебе никто не даст. Заработаешь ты или не заработаешь, это зависит только от твоего желания, твоей настойчивости. Это зависит только от человека. Поэтому стабильность на работе с постоянным доходом, где у тебя нет роста, у тебя есть постоянный оклад, я считаю, это смерть. Более того, нет ни одной стабильной работы, которая гарантировала бы тебе действительно постоянную работу до самой пенсии, до самой старости. С любой стабильной работе на окладе ты можешь вылететь по каким-то независящим от тебя обстоятельствам, независящим обстоятельствам даже от этой фирмы, какой-то кризис, изменение конъюнктуры рынка, изменение руководства. И ты можешь потерять работу только так. Это примеров полно. В MLM-индустрии тебе никто не даст стабильный постоянный оклад. В MLM-индустрии все зависит только от тебя. В MLM-индустрии ты свободный предприниматель. Ты заработаешь столько, сколько посчитаешь нужным или сколько тебе будет не лень. Ты заработаешь, ты можешь и не заработать, но зависит это только от тебя, ты сам хозяин. Работая по найму, ты себе не хозяин, и у тебя также нет никакой гарантии, что ты там будешь работать вечно. Потерять работу и попасть по сокращению ты можешь, как миллион остальных людей, ты можешь в любое время. В любой MLM-компании одинаковая возможность построить карьеру есть для каждого. Другое, что не каждый это делает, но это зависит от личных качеств. И от двух качеств самых главных – настойчивость и желание, которые вместе составляют непреодолимую, мощную силу.